Исхудавший Якубович перестал жить с женой. Легендарный ведущий одной из самых любимых программ зрителей на российском телевидении «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, что живет отдельно от жены. Пока он ночует в московской квартире, супруга остается в загородном особняке. В эфире Первого канала вышла программа Юрия Николаева «Честное слово», гостем которого стал ведущий Леонид Якубович. 72-летний артист откровенно рассказал об отношениях в своей семье. Несмотря на солидный возраст, у Якубовича до сих пор сохраняется весьма насыщенный рабочий график. Тем не менее, он старается оставаться хорошим семьянином. Получается это с большим трудом. Так ведущий признался, что перестал жить с женой. В своем рассказе Леонид Якубович не обошел вниманием и вопрос быстрого похудения. Всего 3 года назад он весил 103 килограмма и испытывал серьезные проблемы со здоровьем. «У меня зашкаливал сахар, я еле дышал до такой степени, что мне стенты поставили сердечные», – вспомнил Леонид Якубович. Выход из этой ситуации ведущий нашел в занятиях спортом, а именно в теннисе. Причем на корте он, по собственному признанию, оказался совершенно случайно.